Хеллоу, друзья! Сиджей снова в деле, и он готов покорять Лос-Сантос. Он прямиком из тюрьмы, и сегодня у нас есть очередные миссии и задачи. И как раз у нас есть очередная миссия. Карл, зайди к Райдеру, у него есть приятный сюрприз для тебя. Давайте же зайдем к Райдеру, старому брату по оружию, который нам очень часто помогал в миссиях, в задачах и давал нам много интересных миссий. Так, я вижу, есть отметка на карте, живет он тут, в принципе, неподалеку. У нас нету ни оружия, у нас есть бейсбольная бита, которую мы отбили у боссов. Да, в прошлой серии мы хорошенько им наваляли, и просто было отпадно. Подожгли их тачки и все это дело взорвали. Конечно, маленько их разозлили, но ничего, это война банд. У нас есть велосипед, и как красиво смотрится. Это большой город! Это город возможностей. Обалдеть, какие красоты. Да, мы все-таки вернемся вон туда, прям в город, и будем его покорять. Пока что мы в пригороде и будем покорять пригород. И, конечно, нам нужны больше территорий захватывать. Так, у нас живет райдер где-то на втором этаже. Да, вижу отметку наверху. Пойдем зайдем к нему. Он приготовил для нас какой-то сюрприз. Каждая мелочь мне очень будет приятна, потому что нужно как-то раскручиваться. Нужно что-то завоевывать, и, конечно же, большие деньги нужны. Ну, сперва мне нужно вернуть, наверное, мою тачку. Забери свою тачку у полицейского участка и будь осторожен, там много копов. Да, друзья, сможем свернуть нашу тачку и сможем колесить по Лос-Сантосу на своей прошлой тачке, это Мустанг, если как мне помнится. У, сколько трупов. Ночная жизнь не дремлет, и тут реально преступности очень много. Много трупов, и мне нужно оружие. Да, обязательно нужно взять где-то много оружия, чтобы, конечно, завоевывать новые районы. Хорошо, у нас есть отметка. Да, есть отметка на карте, погнали. Посмотрим, где наша тачка находится и сколько там копов. Будем, конечно, вырубать их. У нас есть бейсбольная бита. Ого, там перестрелка. Это довольно интересно. Можно, в принципе, помочь. А там, походу, наша банда с полицейским. У нас нет оружия. Так, у нас там есть трупы. Есть трупы, есть оружие. Можно выйти и собрать, по идее. Мне реально пригодится любое оружие. Так, мы собрали. Так, у нас есть пистолет. И, да, конечно, у полицейского тоже есть пушка. Уходим, уходим, уходим отсюда. С места преступления. Погнали, Сиджей. Ух, нормально. Теперь у нас есть пушка. Обалдеть. Теперь можем идти уже на другие вражеские территории и пытаться захватывать. Ух, проскочили, как удачно. Так, нам ехать, в принципе, недалеко, 500 метров. Полицейский участок находится тут неподалеку. И посмотрим, где наша тачка находится. Сколько там копов, конечно, будем вырубать, наверное, их по-тихому. А мне кажется, стоило туда идти ночью. Ночью, конечно, было намного безопаснее бы. Ну, раз у нас утро, пойдем-ка усутриться и посмотрим. Да, Сиджей в хорошей спортивной форме. И он, в принципе, может даже сделать какой-нибудь трюк. Ух, обалдеть. Так, полицейский участок прямо за углом. Да, вижу полицейский участок. Ну-ка, маленько сбаем, сбаем. Спокойно проедем, посмотрим. Так, вижу копов. Копов тут реально много. Так, а тачка находится где-то поблизости. Ух, вон мой мустанчик стоит. Ух, а и копы, да, есть, копы есть, и, конечно, нужно как-то их врубать. Так, зайти бы я не смогу просто так. А не смогу зайти. Так, наверное, можно перелезть. Спокойно, спокойно, можно перелезть, наверное, вон оттуда. Припаркуемся здесь. И, наверное, попробуем обойти как-то сзади. Милый коп, как твои дела? Интересно, сможем сразу его вырубить с помощью дубинки? Так, все дубинком взять, всякий случай, сразу же. И прям в морду, оп! Нормально вырубили. Так, мы сразу агрились и сразу появились копы. Так, по-тихому, по-тихому. Так, куда они побежали? Куда, интересно, они побежали? Так, давай на что залезем. Тут вроде копов нету. А нет, копы есть, бежим, бежим скорее уже к нашей тачке. Здорово, ребята, похари вам всем. Так, у вас нет оружия. Ох, похари. Вхарю ему. Там есть другие копы с оружием. Это были без оружия. Сколько вас много? Вхарю ему. С разворотом. Сколько копов положили? Обалдеть. Быстренько в тачку, Сиджей. Уже стреляет по нам. Погнали уже. Ух! Тачку теперь нужно угнать и 3 звезды. Уйди от копов. Ох, мой друг, это будет довольно сложно. Ох, мой мустанчик. Как же я соскучился по тебе. Ху-ху-ху. Можно дрифтовать на нем. Это будет ништяк. О-о-о, заварушка начинается в самом разгаре. Дорогу мне. Так, поворот. Проехал поезд.
Давай налево, Си-Джей. Нужно оторваться от вертушки. Пока что тачки полицейские я не вижу, но вертушка сзади нас, и вот вы копы приезжали. Ух, задницу прям зацепило. Так, на 360 разворотик. Дрифтом. Ух, обалдеть. Не, все-таки на, еще на хвосте. Ребята, давайте за мной. У нас, в принципе, есть пушка, и можно подстреливаться. Так что будет сейчас заварушка. Есть, конечно, их будет много, будем отстреливаться и, конечно, вести огонь. Слушайте, вертушка мне прессует. Я не знаю, на красный промчимся. Куда ты едешь? Пока что отрываемся. Я вижу, есть тачка впереди полицейская и нас подрезает, пытается. Нужно повернуть где-нибудь направо. Ух, давай-ка направо. Красивый поворот, и копы за нами, что ли, еще? Тут есть какой-то подъем, подъем, подъем. Даже не знаю, куда ехать там. Так, налево. Вертушка еще сверху. Ох, маленько пристанули. Ничего страшного, потом починим тачку нашу. Коп позади, и кажется, они застряли. Ух, это круто. Ох, тут тоже копа есть. Поехали сюда, дрифтом маленько. Давайте, ребята, чуть ближе ко мне. Ух, мой гад, как тачку разбили, даже ноги видны. Можно, конечно, нагреться маленько, но нет, я не буду. Мы сделаем все без оружия и попробуем оторваться без оружия, потому что их станет все больше и больше. Так, они прям позади. Прям позади вертушка сверху. Нужно найти где-то туннельчик и там скрыться от них. Дрифтом. Ух, проскочили как красиво. Так, оп, у нас полицейский участок. Маленько оторвались, но проехали мимо полицейского участка. Обалдеть. Это довольно жесткий будет. Погоним. Так, куда поехать? В город или пригород? Или за город? Куда же ехать? Они еще позади меня, и нужно где-то оторваться от них. Нужно где-то оторваться прямо в переулке. Так, маленько оторвались. Может, где-нибудь свернуть? Прямо тут. Вертушка тут нас не заметит. Так, сворачиваем, сворачиваем, и прям снизу. Ух ты, да, в принципе, найс. Мы практически оторвались, и вертушки я еще не вижу. Где она, с какой стороны? Копа едет, и стопудово приедет сюда, и будут здесь все шмонать. Так, поехали сюда, как раз в обратную сторону. Вертушка, кажется, уехала заправляться. Пока что мы отрываемся. Найс. То, что нужно. Давай-ка чуть правее, потому что копы у нас на той стороне, а я на другой стороне. Ух, нормально. Так, впереди, впереди копы. Так, можно заехать по какой-то туннельчик. Поехали в туннель. Надеюсь, они не будут ждать нас в туннеле. Как раз спасемся от вертушки. Ох, друзья, мы оторвались. Маленько тачку разбили. Наш мустанг маленько разбили, фары уже не работают. Ну, можно, конечно, починить. Ну что, погнали домой? Да, едь домой и поставь тачку на ремонт. Поехали и поставим тачку на ремонт. Отремонтируем, покрасим. Но мустанг, конечно, повредили жестко. Так, ну что, у нас есть отметка? Да, есть отметка, погнали по отметке. Как движок работает, офигово. Но главное, мы забрали нашу тачку и ушли от копов. Как же она расстреляна. Колеса сохранили, это, конечно, хорошо. Так, тут не проеду, что ли? Какой длинный поезд-то? Нет, не буду рисковать. Поехали назад. Теперь у нас есть тачка и сможем колесить по Лос-Сантосу и уже разводить свои разборки. Кстати, тачка у нас двухместная, можно взять одного члена банды и с ним, конечно же, идти на разборки какие-нибудь. Есть, конечно, будут. Нам еще дадут, конечно, задание. Мне хочется захватить новые райончики Лос-Сантоса и их контролировать и, конечно, получать больше денег с этого. Так, вижу отметку, едем домой, да, поставим тачку в ремонт, и, возможно, ее скоро починят и сможем колесить. Мне хочется, конечно, еще поменять раскраску, потому что черный, желтый, они какие-то уже такие вялые. Но движок работает очень фигово. Нужно, конечно, будет его перебрать. Так, вот наш райончик, уже практически приехали. Ух, да, было довольно жарко, но тачку мы забрали, это было круто, конечно. Ребята, вот, можно здесь припарковаться. Так, задний ход. Проходи быстрее. Какая дерзкая. Припаркуемся и пойдем домой. И уж, друзья, увидимся в следующих сериях. Спасибо, кто смотрел, и до новых серий. Всем пока.
trying to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck, wanna get slept, fool. You dick.